защиты детей. А сегодня, ребята, вы какой праздник? Второй праздник ребята назвали не сразу, но с помощью волонтеров Совета активной молодежи филиала «Азот» вспомнили, что 5 июня отмечают Всемирный день охраны окружающей среды. Кроме того, в этом году известному практику озеленителю Березняков Валентину Миндовскому исполнилось бы 110 лет. В честь такой даты ребятам рассказали про ученого и подарили детскому саду саженцы, яблони и вишни. А Совет ветеранов «Азота» рассказал про секретный ингредиент роста. Вы знаете уже о том, что какую роль играют деревья и кустики, какую пользу они приносят. И вот чтобы лучше, выше, плодороднее, или как сказать тут, плодовите, были ваши сегодня подаренные яблонька и вишенка, Совет ветеранов филиала «Азот» принес вам. Отгадайте, что это такое? Удобрение. Дети обещали высадить яблоню и вишню на участке и заботиться, как, собственно, и о всех растениях, которые нас окружают. Воды надо обращаться хорошо, чтобы цветы, убирать листья, не рвать цветочки. Между «Азотом» и детским садом номер 3 – крепкая дружба, проверенная временем. Детсадовцы каждый год с радостью встречают гостей, а молодежь проводит для маленьких друзей развлекательную программу, загадки и подвижные конкурсы. Дети всегда не прочь попрыгать и повеселиться. Сотрудничество с филиалом «Азот» у нас уже достаточно давно, потому что детский сад изначально был «Азотчиков», и молодежная организация, и ветеранская организация этого предприятия приезжает к нам каждый год на День защиты детей. В этом году они проводили у нас праздник, посвященный Дню химика. Ребята изучали вместе с вами химические элементы, рассказывали, кто такой Менделеев. И хотелось бы сказать большое спасибо этому филиалу за то, что вы не забываете нас, за то, что вы приезжаете к нам, за то, что есть такая преемственность между детским садом и предприятием города. И большое спасибо ребятам, они очень креативные, интересные, проводят достаточно интересные мероприятия с нашими детьми. Мы всегда вас ждем в гости. Как известно, игрушек много не бывает, поэтому богатство садика пополнилось новыми куклами, машинками и развивающими играми. После детского сада номер 3 представители «Азота» отправились дальше. Их ждут ребята еще двух детских садов. Традиционно в июне месяце к Дню защиты детей и к Дню охраны окружающей среды мы приезжаем в гости в наши подшефные детские сады, это 3-й, 38-й, 78-й детские сады, чтобы поздравить детей с Днем защиты детей. По традиции мы дарим им игрушки, спортивный инвентарь. Ветераны дарят саженцы, рассаду для дальнейшей посадки на территории детского сада.